Всем привет! Продолжаем играть в Stormworks. У нас тут обновилась миссия. Теперь есть две штуки. Можно машинку перегнать, но надо как-то ее на буксире, наверное, гнать или еще что-то. У нас машинки своей нет, поэтому пока не будем это выполнять. А вот сюда вот что-то там в огне, короче, надо спасти, привезти и так далее. Поэтому сюда отправимся сейчас. Расстояние не маленькое. Вот здесь вот я выполнял уже корабль, людей спасал, он затонул. Прикольный, кстати, корабль, и там дайвинг я забрал себе. Вот такой вот. В нем теперь бегаю. Вот, в лодку его переместить не могу, потому как он скипнется, если лодку перезагрузить. Поэтому пока что он на мне, но я туда его могу скидывать. Вот, поэтому пусть будет, почему бы нет, не лишний. Вот, кстати, у нас сюда перекочевало... Прицеп почему-то сам по себе, не знаю, был вон там, стоял. Так, смотрите, я тут немного подфармил деньжат, как говорится, да? Вот 47 тысяч долларов у нас теперь. Вот, и лодочку также обновил. Сейчас все расскажу и покажу. Смотрите, давайте быстро вкратце. Перекрасил ее. Теперь она такой в цвете российской береговой охраны. Вот, что поставил еще? Открылись у нас еще в прошлой серии двери, поэтому я поставил сюда люки, сюда. Поставил сюда дверь, теперь у нас полностью герметично, выдерживает она абсолютно любые волны. Вот, сама переворачивается, если ее перевернуть. То есть у меня лодка полностью на киль выходила, там это, и, короче, перевернутая была, и она сама отбалансила себя. Единственное, что у нас стабы не работают на реверсе. Если мы реверс даем и при этом волны там шпарят, то нас может перевернуть. Но в целом эта ситуация поправима. Надо там кое-что в кодике переделать, и нормально все будет. Ну, не в кодике, а в чипах. В логике, точнее. Вот. И... Что еще? Открылись у нас транспондеры. Два поставил, не знаю, какой из них лучше, поэтому два. Также влепил сюда коннекторы всякие разные, на всякий случай. Там электрический, вдруг электрика сядет, там еще что-нибудь, чтобы можно было что-то себе сделать. Поставил эти самые тут колонки, не знаю, музыку вещать. Вот здесь сделал окошечко. Разделил переборками лодку, то есть у нас две переборки, получается, отделены отсеки. Если мы пробьем, к примеру, нос, то у нас вот здесь закрыто. Можно будет открыть люк, там починить, заварить, там пожар потушить, если вдруг чего. Вот. Также у нас перекрыт машинное отделение. И отдельно люк стоит. И можно тоже туда залезть отдельно в машинное, что-то там поделать. Здесь также я поставил я помпу, потому что открыл помпы. Поставил сюда в водяную помпу. И бак на воду. Вот он синенький. И теперь можно вот сюда подключаться вот этим шлангом и тушить. Именно со шланга включать помпу и тушить. Вот здесь поставил вот такие вот шкафчики. Ну, как эти дверцы, да, люки. Но которые вот прячут нам в шкафчик. И там здесь всякая фигня, а здесь вот у нас аптечка. Вот. Что еще переделал? Переделал полностью корму. Сдвинул сюда на центр вот эти стабилизаторы у рули. И руль поставил вот сюда. Ну, то есть наши руды туда-сюда. Вот. И добавил по винту, то есть получается 4 винта у нас теперь. Также добавил сюда электродвигатели. У меня была ситуация, когда я поисковую миссию делал, приплыл в госпиталь, отправил туда всех этих человечков, и обратно, короче, до маяка нашего не хватило топлива. Хорошо, я был в зоне этого воркшопа, воркбенча, и перешел в workbench по кнопке B, и, соответственно, меня перетелепортнуло. Но если бы не хватило бы, то все, я не знаю, пришлось бы волны какие-то ждать, чтобы вот лодку прибило к берегу, скажем так. Сделал также подсветочку на желтенький, такой вот она более приятная. Единственное, что нужно еще сделать подсветочку вот сюда, потому что когда в ночи, когда еще и штормит, то не особо понятно, где забираться на лодку, поэтому чтобы вот здесь это как бы, видеть, надо сюда как хотя бы одну лампочку какую-нибудь сандалить, чтобы она всегда светила. Посмотрите, как оно вообще это освещает. Вот, это что касается вот этого. Дальше. Вот сюда, здесь у нас воздух же, да, для двигателя, чтобы когда волна вот такая или вот такая, чтобы у нас двигатель не заглох, я сюда поставил фильтры. Вот здесь вот фильтр стоит, жидкостной.
и отключил все, кроме эйра, то есть кроме воздуха. У нас вот в эту трубу попадает только воздух, поэтому у нас лодка с этой стороны защищена. Вот, и если даже вот сюда мы под дно уйдем, как говорится, потопим, вот, ну не знаю, там вода попадет, там еще что-то, то у нас двигатель будет работать. Еще одно нужно сделать, эти самые автооткачку воды с трюмов, ну со всех вот этих, да, если туда вода попадет, к примеру, вот, то нужно будет автооткачку, то есть нужно будет поставить вот эту помпу обратную, в обратную сторону, и включать ее, чтобы откачивалась вода. Можно даже сделать это автоматически, там, по-моему, есть какие-то датчики на воду, и, грубо говоря, если вода попадет, датчик уловит воду, сама помпа включится и, соответственно, всю воду откачает. Вот. Ну, по идее, можно это сделать, но сейчас я этим заниматься не буду. Также, что у нас по внутрянке? Внутрянка. Здесь все перекрасил. Вот эта кнопочка у нас теперь переключатель, рубильник включает электродвигатели, чтобы можно было, если что, там как-то докандыбать. Вот. И поставил сюда вот этот дисплей. Он отображает нам топливо. Теперь топливо у нас не вот это диальчиком, а вот тут удобно видеть именно в цифрах, сколько конкретно топлива осталось. Вот. Что по поводу топлива? Очень мало вот этих баллонов, двух. Я поставил еще два. Теперь у нас 4 баллона. Вот. Пришлось переделать схему чипа вот этого вот. Теперь у нас 4. Это подглядел у Пифа. Спасибо Пифу. Вот, и здесь у нас 4 входа, 1 выход, и мы передаем данные на вот этот дисплейчик, который показывает нам топливо. Вот, здесь все остальное по-старому, 2 движка показывается, RPS, температура, зарядка батарейки, соответственно, передача вторая, стартер, реверс. Ну, это навигация, это огни интерьерные. Это у нас рубильник большой, вот этот фонарь. И этот самый поисковой, вот этот, как он называется-то, транспондер. Ну или не поисковой, короче, транспондер. Вроде бы все рассказал, да? Что тут у нас хотел сделать? Давайте лампочку одну впендюрим, чтобы все-таки видеть. Так, где у нас лампочки? И, кстати, я там что-то открыл, я открыл. У нас что-то открылось, сейчас посмотрим. Вот этот большой дисплей не особо мне понравился. Думаю, маленький он будет, а он более здоровый. Для большого корабля, да? Вот у нас есть помпы, перекрывать можно перекрыть. Кстати, вот такие флюиды для закачки воздуха можно вот такие использовать, тоже красивые. В принципе. Так, вот, у нас открылись вот такие вот окошки. Давай посмотрим, как они выглядят. Прикольно выглядят. Вот, что еще? Да и, в принципе, и все, да? Дальше надо все изучать. Это у нас подводный, да. Так, да, а вот еще. Давайте вот такую гуделку-перделку подключим себе. Ну, чисто так, чтобы было. Что еще? Компас есть. Ну, компас-то ладно. Компас. Ага, вот еще какие-то есть винты. Давай посмотрим, что за винт. И есть вот такой какой-то винт. Еще, может, что-нибудь это по приколу. Так. Опа, опа, опа. Вот это катер. Вот это секс. Ничего такой винт. Слушай, кстати, о винтах. А если я реально поставлю вот такие винты? Не? Не поможет? Винты-то поинтереснее. Если один такой, два таких поставить, смотри, какие винты прикольные. Или им надо что-то определенное для этих винтов. Давай почитаем. Это обычные винты или нет? 4000 чего-то, 40 тысяч чего-то там. 4 веса. Так, а этот что? А это 20 тысяч. 3 веса. RPS Power. Здесь тоже RPS Power. Underwater. А, only operate underwater. То есть работает только под водой, да?
Ну, это тоже, кстати, что и логично, блин, Эйджвинд. А, подожди, нет. Ну, по идее, да. По-моему, это не авиационный вентилятор. Ну, посмотрим. Да. Так. Ну, слушайте, можно попробовать вот такие поставить себе. Может, она вообще там взлетит. Такая, чё за винт? Ну-ка, подожди, может, вот такой пропеллер? О, хорош! Хорош! Вот это винтяра. Слушай, секс-то поинтереснее стал. Так, что еще дальше? Вот эта штука. Ой, смотри, какая огромная пипка. Блин, это не на наш корабль. Граммофон-то такой вешать. Не, конечно, прикольно. Конечно, все понимаю. Это с такой дудки дашь, блин, все в округе просто обосрутся. Нет, такой не надо. Это надо поменьше чего-нибудь. Есть гуделка какая-нибудь поменьше, нет? А это такой бэм. Это не то. Так, вот это не надо. Давай вот эти попробуем винты. Посмотрим сейчас. Что по винтам? Так, вот это. Ага, окошечки хорошие, хорошие. Может, сюда поставим? Сюда, сюда, сюда. Вот, так, так не поможет. Там у нас, правда, такая штука. А здесь у нас окно. Здесь у нас эти стоят стеллажи. Ну, не. Если только вот сюда сверху было ставить вот такое окно. Именно такое окно. Но в принципе можно было бы и такое поставить. Иллюминатор. Вместо вот такого. Потому что здесь-то все равно будет закрыто. Давай сделаем. Чё нет, раз добавили. Надо пользоваться теми штуками, что добавлено. Во, вот такое будет. Потому что здесь-то все равно перекроет. Здесь у нас будет стоять водопушка. И она будет вот этой стороной. Ну, как бы закрывать по-любому. Поэтому будет вот так. Чтобы все четенько смотреть. О, как раз из это лежишь и смотри, видишь. Нормально. Так. Можно, конечно, здесь что-то по окошкам сделать, вот эти два. Это видеть, как там эти двигатели, все ли хорошо. Все ли хорошо, ничего ли там не горит. Да? Но это ладно. Есть еще вот такое вот окошечко. Ой, слушай, это нехилое такое. А я почему-то думал, что она маленькая. А это прям почти как пол двери. Слушай, а может вот такое поставим сюда? Вот такое? А, вот это, кстати, интересно. А ну-ка, стой. Дипаньк. Раз, два, три. Раз, два, три. А это поинтереснее. Опа. Опа, нифига. Вот так вот лежишь там и смотришь в окно. А чё бы нет, а почему? У нас яхта. У нас яхта. Этого Абрамовича. Так, все, сохраняем эту штуку. И давайте попробуем сделать винты другие. Посмотрим, вырастет ли скорость. Если вырастет, то все хорошо. Так, как бы нам эту такую фигню провернуть? Вот эти винты. Они по-другому повернуты, да? Это получается. Нам надо их вот так установить, да? Это они на троечку идут. Так, давай удалять тогда. Симметрия. Удаляем винт. Так, вот эту штуку удалим. Посередине вот сюда войдет. Если она на сколько? Она на 2, да? То есть вот так. Ага, ровненько встает. Но единственное, я не знаю, ей вот эта штука мешать будет, не будет. Так, тогда нужно прямую трубу, да? Сюда, изолированную. Вот такую. Это мы тогда заделываем. Дальше нам нужна
какая-нибудь вот такая штукенция. Да? Типа того. И к ней. Ага. Тут все интереснее. Одна с этой стороны. Тогда это мы убираем. Сюда делаем вот эту дырку. Вот это заделываем. Сюда тогда вот такую. А сюда вот этот винт, да? Даже не так. А еще на одну. Вот так. Во. Ну. Ну а что, кстати, по дну нормально. Должны работать. Винты более интересные. Сейчас посмотрим вообще, как это. Как оно. Но она больше для подводной лодки подходит, мне кажется. Такие винты. Такие какие-то подводно-лодочные. Так. Здесь у нас какая вообще желтенькая такая. Все, подсоединили. Это пусть остается, пока не надо, не будем трогать, как говорится. Так, я хотел еще лампочку впендюрить, чтобы она там подсвечивала. Иначе вообще нифига не видно. Так, давай-ка мы какую-нибудь лампочку найдем. Всегда, чтобы она работала, чтобы видно было, что там под водой. Так, и кстати... Кстати, это в дальнейшем-то нам тоже поможет. Light. О, кстати, а что за light? А я такого не видел. Basic light using on-off switch электрика. Range 10. А где у нас range 120, дальность, да? У нас тут еще обычная лампочка была. Вот у нас руль добавился, вот такой штурвал. Можно, кстати, его поставить вместо кресла. Но мы будем на кресле, как мажоры. Так. Так, так, так. Давай вот этот лайт посмотрим. Это что-то новое. Потому что у нас был не тот лайт. У нас был другой лайт. Или они, подожди, или они обновили. У нас сегодня обновление, кстати, было в игре. А сегодня, когда зашел, у нас обновление. И, по-моему, они изменили кнопочку, что ли? И такое ощущение, что дизайн поменялся к этой лампочке. По-моему, она была такая беленькая, кругленькая. Потому что я что-то другую не могу найти. А, лазер-бекончик есть у нас еще. Вот такой вот. Бекон. By laser sensor. Point light. Вот такой тоже еще можно поставить. Так. Спавнер. Так, ну чё, смотрим. Так, а это что, как называется? Вот эта штучка. А, ну да, она такая же, просто... В самом этом она по-другому выглядит. Да, значит, это то же самое. Знаете, что я подумал? У нас, если мы на дно нырнем, мы лодку не найдем. Давай найдем лодку. Вот сюда поставим себе какой-нибудь бекончик. Чтобы он постоянно нам отсвечивал, что мы, как говорится, дно лодки. Чтобы видеть. Это будет очень даже прикольно. Под водой, особенно, когда ты ищешь, где типа твоя лодка. Вот по бекончику, по такому найдешь. Вот. Я думаю, что это важно. Так, и лампочку я хотел поставить. Где-то вот здесь вот лампочки поставить. Чтобы эта дурацкая... Знаете, может быть, где-то под вот этой штукой поставить. Вот, типа здесь посередине.
Блин, хрен подлезешь, конечно. Вот, типа вот здесь. Будет она добивать вопрос хороший? Или можно прям в самой вот этой штучке поставить, чтобы она как бы под светила. Не в лицо, а под. Ну-ка, давай. Здесь мы тогда вот эту снимем. Сюда поставим сейчас обычную лампочку. Она в лицо не будет светить, она будет за светить. Но при этом она будет нам освещать, как говорится, вот эту вот поддон наш, который... Так, спрячем. Спрячем. Не, винты пусть будут красные, чтобы видно было. Так, ну чё? И нам надо подключить все это дело, да, барахло? Так, сразу давай напрямую, пусть будет от вот этих вот всех электриках. Лампочка идет light, да, сюда. И вот этот бекончик будет... Я не знаю, включен он сразу, не включен. Так, давай сохраняем, только C04 давай. Пора обновить лодочку, как говорится, запись. Ну, C04, кстати, она уже была создана, ну ладно. Хоба. Так, смотрим, здесь подсветочка есть, нету? Нету, да? А бекончик? И бекончика нету, да? Надо включать. Тогда будем их включать от обычного лайта, который у нас за всю подсветку отвечает. За всю подсветку у нас отвечает. Так, получается, где? Вот этот, да? Нет, лайт экстерьер. Тын-тын-тын. Навигация, вот. За навигацию. Это же тоже часть навигации, правильно? Часть навигации. Вон тут бекончик будет у нас тоже. И вот эта штучка будет идти как обычная light. Вот отсюда. Оба. Сейчас включим и посмотрим, как она освещает. Мне кажется, она будет хорошо освещать. Так, включаем вот это. Во, подсветка есть. То есть, по крайней мере, видно винты. Видно даже, крутятся они или нет. И видно, где вот эта сама... Это, лесенка. И... Да, видно эту. То есть вот так и видно дно. Нормально, кстати. Мне нравится. Думаю, что у меня не тону, а я в костюме. Так, все. Тогда мы это дело прокачали, как говорится. И сейчас отправимся... Отправимся вот в эту миссию. Она у нас дальняя. Вот, и все хорошо. Потому что если даже здесь мы нырнем, мы должны знать, где наша лодка. А то мало ли потеряемся. Особенно ночью. Это все дело для ночи. Так, ну единственное, у нас лебедка, конечно, не открыта. Блин, лебедку бы еще нам. Ну да ладно. А, и я не посмотрел, конечно, как выглядит вот эта вот фигня изнутри. Но мне кажется, классно. По крайней мере, она там можно прям лежать и видеть погоду. То есть очень даже интересно. Интересно смотрится, как по мне. Конечно, хочется такой, типа, гибрид сделать, чтобы и комфортно было, и уютно, точнее, и, ну, спасательная лодочка. Как-то так. Ну чё, погнали. У нас 6-я серия. И мы отправляемся. Все у нас заправлено. Все. А, подожди, я не протестировал эти штучки, да? Я не знаю, как винты эти работают. Винты, по-моему, не надо подключать. Если я не ошибаюсь. Так, скафандр сюда. Винты не крутятся.
Они и не должны крутиться. Слышно, по идее они мощнее должны быть. Мощнее, чем... О, а они мощнее. Они реально мощнее. Класс, у нас возросла скорость, ура! Ура! Классные менты, слушай. Круто. Мы стали быстрее. Так, ну чё, мы отправляемся, нам надо вот в эту пипку. Это куда? Это вот сюда. Классно, слушай. И звук приятный. Хорошие винты. Так, врубаем всю навигацию. Врубаем прожектор. Хотя, в принципе, прожектор не нужен. Дверь я закрыл, закрыл. Так, что по температуре? Растет. Но скорость приятная. Поинтереснее. 9 РПС, ну то есть 10 держит. Как выкручено, так и держит. Это не на всю. Здесь падает. Вот здесь ровно. То есть левер должен на 0,75 быть. Ну, скорость чуть-чуть подвыросла. Это ощущается. И даже приподнялась, по-моему, в отрыв... О, слушай, нормально светит-то вот это днище. Вот, ой, не днище. И днище, да, светит. Видите, мы теперь видим. И жопа. Жопа важна, потому что вот эта лесенка, я ее всегда ночью ищу. Когда, блин, хочется это... Ну, быстро залезть на лодку, постоянно ищешь, где там конкретная лесенка. Вот. И плюс еще и видно, как эти крутят. Единственное, что цвет надо было поменять на какой-нибудь красный. Или желтый. Нормально. Лодка с каждым разом становится интереснее. Вот. И вот это в этой игре мне нравится. То, что здесь, блин, как в Стэшонирсах. Ты сначала делаешь что-то коробку, какую-то кирпич, а потом начинаешь ее потихонечку... Потихонечку. Кстати, 7 километров нам немало дистанция. Поэтому правильно, что поставили эти. Это даже на маленьких движках. Маленькие движки у нас. Так, что по температуре? Мы там не сильно? 54. Ну, нормально. До 60 можно. К тому же эти движки будут, ну, винты быстрее заряжать нам, по идее, и эту самую. Ну да, они такое ощущение для подводной лодки, ну так красивенько выглядит, круглые такие. По идее они даже с защитой, вот эта фигня по бокам, это же защита от винта, в теории, ну сбоку точно. Так, 6,6. Нормально. И вот эта штука выглядит нормально. Надо еще интерьером внутри позаниматься, чтобы кабина выглядела как кабина. Так, что у нас по ветру? Боковой ветер, кстати, и боковые волны, кстати. Вот, смотри, прям чисто боковые. С правой стороны. Правой стороны. Нас сейчас, по идее, должно колбасить. Будь здоров, если бы не было стаба. Нас чуть-чуть потряхивает, видите? Но у нас чисто боковой ветер и боковые волны. Ну, звук, кстати, поприятнее. Шуршит, шуршит, лодка шуршит.
Ну, а, кстати, громче. Винты громче. 6,2. 6,1. Ну, с двумя баками я не волнуюсь, потому что... Ой, точнее, с четырьмя. С двумя прям вообще не хватало. С четырьмя прямо было очень мало. Ой, с двумя. Прям буквально туда-обратно, и все. Я вот здесь вот сюда дохожу и обратно, и все. У меня больше нету баков. А отсюда еще надо вот сюда дойти, а потом вернуться. Вот я вот этих спасал, потом вернулся сюда. Ой, вот сюда, в госпиталь, а потом вот сюда. И у меня не хватило топлива. То есть вот это сюда-сюда-сюда, это если по расстоянию, то в один конец, наверное, вот до сюда бы мы дошли. Сейчас два раза больше, сейчас реально вот на такие квадраты можно ходить. Мы сейчас, по идее, дойдем вот до сюда. И здесь я в штормах спасал. Прикинь, там шторм был. Не, ну потихонечку немножечко расколбашивает лодку. Вот. И ощущается нормально. Потому что когда без стаба ее колбасить очень сильно. И можно перевернуться легко. И если перевернешься, вряд ли вернешься. Вот. У нас, по идее, лодка сама переворачивается обратно, если мы переворачиваемся. То есть она пытается вернуться в исходное положение. Вот. И... Плюс... Что-то хотел сказать. Ну ладно, мысль потерял. Главное не забыть вот этот дайвинг себе загружать, иначе мы его просрем. А он нам пригодится еще. Я тут нашел коробочку. В одной коробочке в ящике 10 науки было. И, по-моему, 4000 долларов. Неплохо так. И еще есть контейнеры, ребят, какие-то продаются вот здесь. Контейнеры. Сколько-то стоят, они там по 3000 долларов, где-то есть побольше. Не знаю, что в них. Возможно, в них тоже наука. И таким способом ты можешь как бы покупать вот эти очки. Если оно так, то в принципе мы можем конвертировать, потому что деньги у нас копятся, да. Вот мы сейчас поставили новые винты, что-то там, но все равно 46 тысяч баксов. А вот науки 0. Поэтому... Тут как бы с деньгами меньше проблемы. А лодка у нас всего лишь на сколько? На 15 тысяч, по-моему, долларов. Ну, то есть на начальный бюджет у нас лодка. То есть такую лодку можно вначале построить. Ну, если только открытие сделать эти. Так, ну волны нехилые такие, кстати, боковые. Судя по тому, как нас поднимает. Нам осталось только поставить насосы, чтобы откачать, если что, воду. Потому что если мы, к примеру, пробьемся, нам нужно хотя бы один насос иметь. Можно даже, знаете как, поставить, наверное, дырки во всех отсеках, а насос сделать один. Если в каком-либо внизу пробьется... Дырку-то мы починим, у нас есть сварка. И такая, и подводная. А вот откачать воду не сможем. А так, получается, мы из любого отсека одним насосом все откачиваем. А еще лучше этот насос поставить в баллон. И мы не только откачаем, но еще и наполним баллон, который у нас с водой. Так, ну что у нас там по расстоянию? Ну вот мы полпути почти прошли. Так, и мы немного правее. Он сносит нас. Вот теперь можно прожектор включать. В принципе. Хотя, опять же, если ты ничего не ищешь, то прожектор особо не нужен. Но лучше пусть он будет. Ночью ничего не видать. Вдруг какой-нибудь ящик найдем. Я ящик нашел чисто случайно. Спасал ребят на катере на каком-то. Они горели. Вот. И... Искал одного человечка. Не нашел, он сдох. Но я обратно, когда разворачивался, смотрю, черное что-то плавает. Подхожу ближе. Коричневый ящик. Подплываю. Сам нырнул, короче, в воду. Плыву. Подплываю, думаю, как его прицепить? Думаю, может, этим веревками какими-то там, тросами надо. Нет, Е нажимаю, ну или там Q, я не помню, что нажал. Короче, то ли Е, то ли Q. И он у меня забрался.
забрался, и все, и я получил эти науку. Так, что по градусам? 55. Не, нормально. Кстати, эти винты даже меньше нагревают нам лодку. Ну, точнее, двигатель. Так, мы подходим, кстати, к месту крушения. Интересно, он еще живой, этот корабль, или нет? Там прям старый-старый такой, знаете, прям как пиратский. И он затонул. И в нем были вот эти вот всякие скафандры. Я вот один с собой унес. Потому что можно надеть только один. Ну, чтобы дайвинг нам прокачать, нам надо еще... По-моему, где-то... То ли 27 очков, то ли 25. То есть дофига. И то же самое, чтобы прокачать средний двигатель. Тоже где-то очков 30 нам надо. Или, точнее, 35 где-то, да. Ветер, кстати, стих, походу, да? Волн нету. Три и семь километра осталось чуть-чуть. Если температура выше не греется, то можно попробовать побольше передач поднакрутить. Так, 3 километра. Но я пока ничего не вижу, что там происходит. Там где-то что-то горит, я так понимаю. Какой-то центр. Звонок бедствия. Сообщили бла-бла-бла. Из офиса что-то там пожара. Пожар в офисе. Мой английский что-то там, типа... Типа риск загореться и бла-бла-бла. Короче, надо всех спасти, как обычно. Но пока не вижу, ничего не горит, но 3 километра далеко. С 1 километра, по идее, уже найдем. 1 километр обычно видно. Пока не видать. Береговая охрана в пути. Видите, поставил еще кресло. Теперь у нас 5 человечков. Но мы обычно пятерых спасаем. Ну, самое большое, сколько мы спасали, пятерых. 5 человечков можно здесь посадить, и они не мерзнут и не утонут. Мы дверь закроем. Вот. И еще 8 человек можно разместить на корме. У нас еще здесь на корме 8 сидушек. Поэтому у нас нормальный экипаж. Топливо, конечно, дико бежит, смотри. 100 литров он уже сожгли. Два и восемь. Пока никого не вижу. Кто там где, непонятно. Ага, это у нас домик даже, его даже можно купить. Слушайте, а может быть мы его потом купим, если все хорошо? Потому что это домик. Это какой-то домик.
Домик горит. Может, нам его потом вообще подарят? Нам бы вот здесь локацию нехило было бы открыть. Мы так далеко еще не ходили. Горит какой-то дом. Да, нормально, что я сделаю эту самую бекончик, что он светит теперь, где лодка, потому что если с глубины подниматься, да и вот эта задница светится тоже неплохо. Ну, теперь понимаешь, да, что вот где светит, там забраться можно. Ну, это нужные такие штуки. Ага, вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. Вижу уже огонь. Вижу домики. Вижу, 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 вижу. С 2 километров видно. Ну все, подходим потихонечку. Батарейка заряжена. 54 градуса, нормально. У нас вообще на тех винтах грелось до 58. Даже до 59 где-то. РПС держится десятка, вот как я выставил, так он десятку выдает, в принципе. Так, пожара не вижу, вижу просто огни. Пока не вижу, что горит. Но вот эта часть более желтая, может быть, вот здесь горит. Мы же идем, по сути, по миссиям. Может быть, в какой-то из миссий нам дадут новую локацию и как бы скажут, ну как, за ручку тебя ведут и говорят, вот это место купи, потом вот это что-нибудь купи. Вот мы и сюда идем, потому что здесь мы уже повыполняли маршруты. Хочется посмотреть, что у нас тут. Так, осталось тут раз, два, три клеточки. Три клеточки, это значит одна клеточка типа 500 метров, да? Если судя по этому. Раз, два, три. Ну там, ну плюс-минус, да? Получается одна клетка вот эта вот, это 500 метров. То есть квадрат получается 2 километра на 2 километра, да? Ну если так верить. Ну вот, грубо говоря, я вот здесь, мне сюда. Мне показывает 1,6 километров. То есть я предполагаю, что вот здесь раз, два, три клетки. Это по 500 метров. То есть 500 метров, 500 метров, 500 метров. Ну, плюс-минус. 1,5 километра. То есть 4 клетки, 2 километра. То есть 2 на 2. Я сделал вывод, что вот этот квадратик 2 на 2. То есть получается 4 километра, да? 6 километров мы сюда проплыли, да? Получается. Но он примерно, по-моему, так и написал, да? В районе 6 с чем-то. По-моему, так и было. Да, наверное, так и есть. Так, ну чё? Да, вижу, вижу, вижу. Вон, горит. Горит, вот, часть. Ага, отлично. Нашли пожар. У нас есть 2 огнетушителя. Я надеюсь, мы все потушим. Так, 1 километр, надо успеть. Если мне там понравится, я куплю этот домик. Если он больше, чем наша вот эта штука. То есть здесь маленькая эта строительная штучка. Здесь, если побольше, то мы покупаем этот остров. Я покупаю этот остров. Да, здесь какой-то ангар. Но это опять же тупо остров. Это не... Он не соединен. О, нормально так полыхает там. Но здесь какие-то ящики есть. То есть это уже не просто как у нас. А вон даже заправка есть. Слушайте, ну это по идее побольше территория. Так, метку можно уже убрать, она нам не актуальна, мы и так видим, что происходит. Только единственное, я не знаю, расстояние, но ладно. Я на глаз буду ориентироваться.
Почти 200 литров сожгли. Ой, 150. Шуршит неплохо. Конечно, он должен так на волнах, но это прям совсем, если гоночный катер делать. У нас не гоночный, у нас спасательный кораблик. Средние движки поставим, будет ситуация получше. Потому что автор, который делал макет этого корабля, он делал под средние движки, естественно, не под маленькие. Так, немножко волны пошли. Так, ну мы на подходе, давай сохраняемся. У нас есть два огнетушителя. Хватит нам этого? Ну если что, прям с палубы. Добьем, не добьем. Какой там напор? Полыхает нормально. Да, нормально полыхает. Там все здание горит. Так, потушить пожар и спасти трех человек, понятно. И отвезти в госпиталь. Ё, красота. Но я до туда не дотяну. Там у них целый цех горит. Единственное, мы можем тут заправиться. Тихо-тихо-тихо, не врезайся особо. Так. Ну чё, погнали спасать. Спасать. Берем. А, блин, я только один, да, могу огнетушитель зафигачить? Ну, погнали. Бульк. Единственное, что сейчас, если кто-то сдохлый, надо сразу дефибриллятором его фигануть. Вон здание горит, ребята, здание горит. Я надеюсь, все выбежали. Ой-ой-ой, нормально так. Или это внутри? Это внутри, походу. Ой, а тут был огнетушитель, кстати. Что-то не тушится нифига. Или я не добиваю? Вон ящик, походу, горит. Не, потушилось что-то. Вот это непонятно что тут. Так. Почти кончился этот. Так, все, огнетушитель. Кирдык.
Так, как выкли... А, выкинуть на таб, по-моему, да? На эту штучку, точнее. Взял. Надеюсь, рабочий. Ой, это что такое? Да в руку возьми. Блин, походу не прокатило. Надо свой брать. Оп. Ну, я нас двух, по идее, хватит. Я почти все потушил. Я надеюсь, эти не сдохли, блин. Я не знаю, где эти ребята там. Там у них все равно горит. Блин, отсюда пол... Там опять, походу, разгорелось. Ой-ой-ой, разгорелось, смотри. Пока я бегал. Так, это потушили. Есть, пожар есть, 3000 баксов есть. Так, где люди? А, попрятались дебильчики. Вон они все, все живы. Жив, 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 ну почти. Блин, попрятались. Так, это могу вскрыть замочек тут, нет? Страйкс, ворюшка, воришка. Так, сейчас, ладно, сейчас сделаем все. У нас лодка-то не загорелась. Нормально все. Джбоньк. Так, это сюда. Давай сразу тогда берем аптечку. Две. А хотя ни одной хватит там. Одной хватит. Ну, слушайте, сделали квест. Там это горело нормально так. Два огнетушителя. Так. Четыре раза можно поюзать. Первый. И вот этот вот дохлый. Все. Follow me все. Погнали. Что в ящиках-то был? Нельзя ничего стырить нельзя. Блин, даже своровать ничего нельзя. Здесь что у вас тут, туда дверь? Ладно, ладно, выходим, ребят. На выход, вас надо в госпиталь. Вообще у них там интересные какие-то штуки. Так, все сюда. Я, наверное, заправлюсь тут. Сейчас посмотрим. Хотя, нафиг надо. Так, что у нас тут по фонарю? Раз, два. Кто у нас тут бегает за нами? Ты? Вот тебе возьмем. О, у них был, кстати, этот прицеп. Так, тебе сюда. Иди сюда. Ну, слушай, еще прыгун. Лодку относит. Ветер, потому что все дела. Так, забрали чухана. Оп. Нормально. Так, все, всех посадили, все живы-здоровы. Давай еще по аптекой. Аптека.ру. Да какой ты? Так, и пусть она вот с нами будет, потому что нам надо ехать и лечить их. Так, что-то все больные. Закроем пока. Все, мы этих ребят спасли. Пойдем быстренько-быстренько пошкиримся. Что, может, там есть что интересное? В принципе, у нас аптечки еще есть, если что. Топлива нам тоже, в принципе, хватает. Тут эту шляпу можно купить. Вот, про вот эти ящики я говорил. Что-то в них есть, короче. Ну вот в этих конкретно нет, а там еще стоят, они такие, типа, можно купить. Я просто хочу посмотреть, сколько эта фигня стоит. По идее, может, тут гараж можно еще делать. Нет?
Или это просто... А, вот, вот вывеска. Сколько ты стоишь? 15 тысяч долларов, кстати, стоит. Типа не так-то много. А что даст? Да ничего особо не даст, да? Типа просто куплю. Ну, короче, если что, можно взять. Здесь есть заправщик. На сколько литров? Побольше будет, да, чем у нас. Здесь уже такой серьезный. Хотя у нас такой же стоит. Ну, у нас поменьше, это более большой бак. Здесь... А, погоди, погоди. Здесь, по-моему, побольше кораблики-то можно строить. Смотри-ка, у нас площадочка-то нормальная такая. Ну, короче, я вернусь сюда и куплю всю эту фигату. Так. Здравствуйте. Никто не сдох? Блин, они тут сдыхают. Они тут серьезно раненые. Давай еще одну аптеку возьмем. В дорогу, как говорится. Так, дверь закроем. Сядем. Сядем, выйдем. Нам бы взад немножко дать. Опа. Походу приплыли. Сейчас, погоди. Поцарапаем, нет? Так, вопрос. Госпиталь, они говорят. А госпиталь это где? Это вот этот госпиталь ближайший? Или тут еще что-то есть в округе? Они не сдохнут вот сюда ехать? Ё-моё. Может, конечно, вот видите, тут есть. Может быть, вот здесь где-то рядом есть, но я не знаю просто. Сюда мы будем полдня добираться. 8. О, кстати. Так. У нас есть еще две аптеки. О, слушай. Можем не довести. Восемь километров. Ну ладно, чё, у нас другого варианта нет. Там не факт, что сбоку мы найдем именно госпиталь. Поэтому будем отправляться в какой знаем госпиталь. 8 километров, конечно, нам фигачить. Ну, будем потихонечку лечить их, если будет вот как половина будет у них здоровья. А что делать? Мы еще можем 4 раза кого-то полечить и еще 4 раза. То есть у нас еще 2 аптечки осталось. Так что, в принципе, должно хватить. Вот уже 7,9. Нет, нормально. Кстати, у нас волны опять боковые. Видишь, как раскачивают? Но это не сильно, это нормальная стабилизация. Но все равно ощущение, что... У нас, видите, опять ровно боковой ветер. Так, 7,8, не, нормально, идем. Топлива хватит, все хорошо. Вопрос только в волнах. У нас чисто боковая качка. Качка-раскачка. Батарея заряжается нормально.
Так, подожди, если 8... А, ну да, здесь же еще, да? Раз, два... Не, ну это не... Не знаю. Как он там считает это все? О, слушай, нормальные волны. Наконец-то нормальные волны. Наконец-то испытание для кораблика. Ну, смотрите, как его подбрасывает. Но при этом он себя так ощущает нормально. Так, кто у нас там больной? Нет, никаких больных. А, во, есть. Почти до половины, кстати. Ну, будет наполовину, будем лечить. Пока не будем. Так, а у нас сколько больных? По-моему, двое, да? 7 километров. Так, ребят, вы дотянете? Надо, короче, делать больничную койку, я понял. А у нас двое больных. Раз, два. Ну, в принципе, еще могу. Не, ну классно, классно же, смотри-ка. Всех спасли, пожар потушили. И тут акула к нам идет, идет, идет. В корму выходит, губульк. Акулу ни разу не видел, ребят, ни разу. Слушайте, я, наверное, куплю этот остров. Он, конечно, далеко находится, но... Он как бы вот здесь. И можно вот эти вот зоны исследовать и дальше идти. Я, наверное, не на запись. Сейчас вот этих чуваков отгоню сюда. Вернусь сюда, куплю остров. Можно было, конечно, сразу сделать это, но я почему не стал? Я побоялся, что скипнется задание и собьется. Можно было, конечно, сохраниться и попробовать. Но... Все равно... Сейчас что-нибудь на изучение поставим. У нас сколько? Не, у нас одна наука, но у нас три человечка, это еще 4, да? Не, будем, ребят, копить 10. Там у нас сейчас нормальные науки открываются, но исследования за 10 науки. Соответственно, надо 10 накопить. Вот. И тогда открыть что-нибудь полезное. О! Выбрасывает лодочку наверх. Чисто боковой, да? Чисто боковой. Я говорю, если бы сейчас у нас не было бы стаба... Мне просто интересно, надо сделать такой же переключатель, чтобы выключать стабы. Посмотреть вообще, как ее колбасит без стаба. Мне кажется, она-то прям вообще будет вот в лед туда-сюда. Поэтому это опасно. Так, ну что, у нас 6 километров. В принципе, уже и не так много. Даже уже виднеется острова. Но с вот этими винтами, кстати, поинтереснее. Поинтереснее. Чуть-чуть прибавилось. Можно еще пошаманить с этим РПСом. Либо с коробкой. И выдавить из этой лодки еще побольше. Но движки слабенькие. Два маленьких двигателя, конечно... Для такого веса. Так, кто у нас тут? С какой стороны у нас дохлые? Так, все, прожектор можно выключать. Так, а у нас это от огней, да? Выключается, да. В принципе, огни тоже можно выключить. И так светло. А это осталось от навигации, все правильно.
Тут видите, сколько вариантов развития. Можно вот на одной кораблике все это выполнять, можно построить разные. К примеру, сделать подводную лодку. Вот, и выполнять какую-то миссию, видишь, ага, там надо подводную лодку. Вот. Танкер сделать. Вот я что еще хочу? Ну, естественно, мы будем делать вертолетик, по-любому. Как откроем? Будем делать машинку, по-любому. Насчет самолета не уверен. Вот. Будем делать подводную лодку, по-любому. Я знаю, что здесь делают даже подводные базы. Просто подводные базы. Кстати, можно сделать же эту, как его, какую-нибудь буксирную лодочку и на ней прицепить топливо, баллон, ну, к примеру, да, и либо, нам, не знаю, пожарную какую-нибудь там этот, либо еще что-нибудь. Но медицинскую эту каюту я хочу, медицинскую, чтобы нам ее открыть. Вот, нам надо 10, вот это будем открывать. Там и лебедка, и медицинская комната, ну это, чтобы не тратилась у них хпшечка, как я понимаю. Так, сколько у нас, 5 километров, нормально. Так, что вы тут не сдохли? Так, у нас еще есть одна аптека. Хотя, возможно, я заюзал неправильно. Надо юзать, когда у них совсем децл. Потому что, возможно, один вот этот вот... одно использование заполняет определенную шкалу. И получается, что если там мало, и ты ее заюзал, ты как бы использовал аптеку. Ну, то есть... Короче, аптечка на количество... заюзов, но они по-разному выставляют полоску, например, там четверть здоровья, да, допустим, ну или треть здоровья. Если ее использовать на четверти здоровья, то, соответственно, как бы меньше восстановишь. Ну понятно. Так, ну что у нас там, 4 километра. Да, я теперь хотя бы за топливо не волнуюсь. Братишка, ты негр, что ли? Проверка зрения. Глаза смотри. Ну, рассказывайте, что вы там сделали, почему у вас пожар. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я, значит, бычок курил, выкинул там в баллон. В топливный. Главное, они не то чтобы выбежать, да, они, походу, выбежать не могли, потому что возле двери горело. Поэтому они там в уголок забились. Но если бы это в реальности было бы, им бы хана, конечно, была, потому что в том помещении, где они были, они бы все задохнулись при таком пожаре, который там был. Там бы моментально им кирдыкнуло бы. О, у нас не ветерочек, смотри, вообще. Спокойное море. Вот в такую погоду, конечно, искать легко. Но я вот сколько не отправлялся, всегда ночью. Всегда. Одна, кстати, лодка горела прямо возле нашего маяка. Я тут как-то ехал. Во-во-во, рыбка. Рыбка. Вот акулу я еще ни разу не видел. Но рыбки есть, вон, смотри. О, они разные. Тут еще, насколько я знаю, есть кракен, есть мегалодон, есть просто акула. Вот интересно, айсберги тут есть, чтобы прям вот врезаться? По-моему, есть. Потому что, насколько я видел, есть заснеженная территория, где холодно. Вот мы сейчас в теплой зоне, у нас тут тепло по климату.
тепло. А есть дальше территория, где холодно. На севере где-нибудь там. Так, сколько? 3 километра, нормально. Будем вот так, не особо шумит, и чтобы поприятнее смотреть. Погода хорошая. Человечков мы спасли. Да, смотри, рыбы сколько. Дельфина еще бы вот увидеть, если он есть. Но дельфинов тут, походу, нет. Мне бы лебедочку поставить сюда взад, чтобы, если что, вытаскивать, подтягивать, точнее. Потому что лебедка может нам пригодиться, если мы сами застрянем где-нибудь. Можем ее подцепить и подтянуть лодку. Вот, либо тащить что-то тяжелое. Ну, со дна. Ну, конечно, если оно не настолько тяжелое, как наша лодка, потому что иначе мы сами пойдем ко дну. Ну, слушайте, мне вот эти винты прям очень симпатичные. Мне очень нравятся. Прям классно. Мне кажется, они зашли. Прям очень красиво. Под дизайн прям кайф. Так, сколько еще ехать? 3 километра. Ну, 3 это уже почти как дома. Сейчас мы вот забор вот этот, я это забором называю. Как за забор заедем, так все. Значит, тут мост все-таки оказывается обычный. Я тут мост нашел, ребят. А он раздвижной, прикинь. А вообще вот, это железнодорожное вот это вот полотно. Здесь можно железную дорогу. Поезд делать. Поезд — это тоже интересно. Я не знаю, правда, какие миссии могут быть на поезде. Скорее это так, чисто передвижение по локации, потому что... Считай, что вот ты на поезде вот так вот, гопа, и сюда, к примеру. Ну, либо вот сюда куда-то. А здесь спустился, и там у тебя, допустим, лодка. Сейчас вот так пройдем и сюда. Так, подожду. Подожду, нету, по волнам. Все хорошо. По волнам все хорошо. Сейчас, наверное, этих сдадим. Если новое задание не появится, естественно, я отправлюсь обратно. Вот. И после этого, скорее всего, не на запись, буду заниматься каютой. Чтобы каюта была. И копить на вот эту вот медицинскую фигню. Потом медицинскую поставим себе. Чтобы можно было тяжело больного какого-то там одного класть в эту в койку, и, соответственно, он там не теряет здоровье. Ну, как я это понимаю. Я это чисто ванганул. Скорее всего, она может и не так работать, но я бы это сделал так. То есть в кроватку кладешь его, и у него здоровье как бы поддерживается, ему не нужно тратить аптеку. Я думаю, что это так оно и сделано. Ну, был бы я разработчиком, я бы так сделал. Ну, как бы забалансил. То есть вылечить его нельзя, но он здоровье не теряет. И можно его долго-долго пути транспортировать. Кстати, я вот эту пипку забыл покрасить в синий. Хотя, ладно, пусть она выделяется красным, что здесь лесенка. Ну все, 2 километра это фигня. Так, проверка, никто не сдох. О, нормально. Тихо, самому не выбежать. Так, вот смотри, здесь мы... Почти половина, да? Ага.
То есть половина одной деления точно лечит. Только что проверил. То есть нет смысла юзать меньше половины. Получается, если полностью человечек на нуле, то одна аптечка на двоих. Ну да, у нас 4. Это, кстати, хватает. Но это я минимально сразу поставил 4. То есть меньше я как бы не видел смысла. Мало ли себе там еще и все такое. Так, 1 километр, почти приехали. Ну, кстати, вот если будет большой кораблик, правда, он должен быть действительно большой, то вот этот мост может быть помехой. Хотя, это действительно должен быть большой кораблик. Но это стартовая локация, здесь, видите, и дно очень-очень такое низкое. Низкое дно, сказал нормально. Это наш дом. Во-первых, в этом доме что неудобно, да? Подниматься наверх, чтобы поспать, потом спускаться, ну такое. Там, в принципе, вот тот остров мне понравился. Там получается отдельная комнатка у тебя, плюс вот этот ангар. Может быть, даже в ангаре можно что-то строить, не исключено. И плюс есть вот эта вот зона для парковки. Я так понимаю, что она немножко побольше, немножко побольше. Может быть, медиум какая-нибудь, вот это вот. Медиум причал, скажем так. Но могу быть неправ. Может, там вообще наоборот вертолет только, а корабля нет. Ну тогда будем вертолетик строить. Но домик там есть, в любом случае. Так, 600 метров, в принципе, мы приехали. Ой, что нажал? Что-то не то нажал. Нормально. Так, с какой стороны нам парковать? А, как едем, так едем. Все хорошо. Вот здесь у меня лодка один раз застряла. Перевернулась и застряла. Пришлось скипать игру. Она прям вот перевернулась. Точнее, она как... Короче, она перевернулась от волн. И вот этими всеми рубками задела... Ну, застряла на вот этом вот причале. И если бы просто это была бы вода, то нас бы перевернуло обратно. Потому что лодка переворачивается. То есть, если ее перевернуть, она обратно встает в нормальное положение. Вот, а если она зацепится, то тут как бы дело такое. Поэтому, будь лебедка, можно было бы, конечно, зацепиться вот этими тросами и себя подтянуть хотя бы немножко в воду. И тогда бы, может быть, я бы вытащил бы ее. Но в итоге я теперь ближе к берегу не подплываю. Думаю, ну и нафиг. Но это опять же, когда волны. Когда волн нет, тут все хорошо. Когда волн нет, все хорошо. Блин, мне с той стороны, но ладно, я надеюсь, я перепрыгну.
Так, все, запарковались. Погнали вытаскивать наших баллончиков. Так, а первый, блин, они все коцанные. О, ну как обычно. Как обычно, Страйкс все делает не так. Да блин, возьми ты эту штучку. Кстати, ребята, ну знаете что, сейчас надо проэкспериментировать. Проэкспериментировать. По-моему, когда ты полудохлого... Да ё, блин, хотел прыгнуть. Когда ты полудохлого возвращаешь в медицинский этот, по-моему, меньше дают. Когда они все целые, типа ты их сам же подлечил, то дают больше денег. То есть дают ровно 2, потому что ты вернул всех живыми. А если они прям совсем полудохлые, то дают там 1600, там, ну то есть меньше. Так что надо сейчас их подлечить будет, перед тем как сдавать в дурдом. Так. Берем аптекару. Ты здоровый? С тебя. Тебя. Follow me, follow me. Follow me. Все пацаны за мной. Я дорогу знаю, сейчас покажу. Бежим. Здесь, кстати, вертолет есть. Новая миссия у нас. Спасти какой-то карго с океана. 2000, 1980. Ну да, да. Чуть-чуть у них, видимо, здоровье. Ну, короче, дали нормально. Дали нормально. Комплит. И 3 этих очка дали, естественно, да? И у нас того 4. Нам надо еще 6, чтобы было 10 и выучить тогда открыть там вот эти дайвинги и прочую фигню. Так, ага, ого, ого, ого. Карго боут, сервинг, доставить вот сюда. В принципе, мы недалеко, я, наверное, отправлю сейчас вот эту вот, доставлю вот этот порт. Отсюда доставлю машинку сюда. Ну, короче, не, тут надо свою машинку, чтобы ее перегнать. Но если можно эту перегнать, то, может быть, и доставлю. Вот. Там вот так дорогами. Видите, карта сама с пути сходится, как говорится. Вот. Тут, видите, вот здесь вот карга. Здесь какой-то ивент в принципе. А здесь вот надо транспортировать груз. Транспортировать его в док. То есть, я помню, там был какой-то маяк, и я его в док тоже привозил. Вот сюда я привозил. В принципе, мы сейчас вот так вот, бах, забираем и сюда. Вот. Если за это еще дадут там парочку очков, очков 5, то это хорошо. И у нас стало 55 тысяч баксов. Ну, в любом случае, у нас на остров хватает. Даже на большой остров нам хватит. Но вот этот аэропорт, к примеру, стоит 80 тысяч баксов. Ой, не вот этот, вот здесь вот есть еще аэропорт. То есть вот эти аэропорты вообще дорогие, короче. Вот. Платформа, по-моему, стоит 60 тысяч баксов. Платформа. Если в океане где-то купить в море платформу. Так, так, так. Не перевернулось, все хорошо. Оп. Маяк. Все 4 аптеки, как вы видите, использовали. Вот, вот такая вот у нас получилась серия. Спасли чувачков. Показал я вам новую лодку. Ну, то есть не новую, а как я ее апгрейдил, скажем так. Ну, вот. Поэтому будем продолжать играть. Пиши, комментируй, ставь лайки. Увидимся в следующей серии. В 7-й получается. А я не на запись подготовлю, скорее всего, еще пару очков исследования, чтобы открыть уже дальше нужные нам плюхи, поставить уже медицинскую эту комнату, вот, и спасать еще больше болванчиков, вот, ну и, возможно, эту, сгоняю остров этот, куплю, потому что захотелось что-то больше, вот, как так, естественно, все покажу, все расскажу, и будет в следующей серии продолжение, все, пока-пока.